Привет, мои хорошие, с вами Белякова Алла. Сегодня немножко у меня голос подсел, как простыло. Занимаемся укоренением кабрила. А вот это все клери, вот это уже кабрила. Вот Ваня принес новый ящик. Спасибо большое, будем укоренять это, подписывать. Такой маркер лаковый, им подписываем. И это еще, видишь, еще таким образом подписываем. И еще и вот так подписываем. Они же галерея. То есть такая маркировка двойная, стараемся. Ну вот, короче, берешь такой ус, вот целый ящик такой был усов кабрила. Вот здесь две грядки гигантские. Там был Альбион, Кокинская, Мурана. И вот так сзади. Сзади вот этот вот Ханей был. Ханей. А сейчас кабрила у нас. Вот так убираем лишние. Большие убираем. Ну, вот такой саженец можно оставить. И вот так его укореняем. Вот, вот так. Потом проливаешь, маркируешь и ставишь в тень. Вот видишь, они тут в тенечке. Еще даже их надо подзакрыть, когда солнце будет. И следующую то же самое. То есть убираешь лишние. И есть еще в кассетах. В кассетах. Вот здесь кассеты. Вон маленькие. Маленькие кассеты. Они по 70 рублей. Потому что там маленькие. А, вот это тоже кассета. Вот, видишь, такая кассета. Здесь тебе покажу. Вот. То есть они в таких маленьких. Вот в больших такие стаканчики. Вот эти в 500 миллилитрах. Они 150 рублей. Питомник растения Ильино. Вот, вот большие такие. Немножко корни, чтобы они не под... Тоже подрезаем, чтобы они не загибались. Все лишнее убираем. Вот так. И сажаем. Все. Здесь специальная смесь. Торф агробат, агробалт и перегной. Наш специально мы машину покупали. Машина перегноя у нас стоила 6 тысяч весной. Прошлый год 3 тысячи стоила. Или 4. Вот. И дальше то же самое. Все. Маленькие. Вот если маленькие, они в кассету пойдут. Все. Вот так убрал. Ай, так убрал. Такой вот сажаешь. Вот так. А маленькие, вот видишь, вот такие вот. Вот с маленькими корнями. Они пойдут вот в такие кассетки, которые сейчас вырастут за недельку и по 70 рублей будут. Вот это будет маленький, но это плохой. Надо брать только хороший. Вот сейчас сделаем с вами маленький. Вот такой для маленькой кассеты. Большой его. Ну, тут, видишь, надо хотя бы один листочек оставлять. Эти все убирать. Корешки лишние подрезать. Вот. И вот такой пойдет для кассетки. Вот их сюда убираем. Вот так происходит укоренение. Так, вот, видишь, что тоже большой. Ну и так далее. Тоже вот этот. Он большой. То есть, соответственно, здесь листьев много, с листьями он не укоренится. Поэтому, ну, плохо ему будет, тяжело. Поэтому большие все листья убираем, чтобы ему было полегче. Ну и вот так тоже. Этот даже вот так можно убрать листик, потому что много когда листьев тоже сложно. Ну вот опять большой, вот такой большой, все убрать лишние, потому что пол-литров даже, ну в пол-литрах нормально ему, а которые в кассетах маленькие, они конечно ненадолго, они вот как бы сразу сейчас на продажу. Ой, вон видишь, он что, он обломился такой, наверное, не будем. Ну, вот так происходит укоренение. Дальше все то же самое. Потом вам покажу. Кому интересно, заказывайте, потому что есть уже укорененные. Укорененные все вот эти вот кабрила, клерия, ханей. Ханей прям вот немножко. Вот ханей немножко. Совсем что-то... А, ну, наверное, в кассетах есть. Так, вот видишь, вот так укоренили. Это вот, наверное, в маленькую пойдет. Так, еще Мурана у нас, Альбион. Дальше Азия. И дальше Кокинская ранняя. Королева Елизавета. Вот, кому интересно, пишите, звоните, заказывайте. Внизу оставлю телефон. Пишите на WhatsApp. И вышлю вам почтой или с деком. Кому как удобно.
Вот, значит, такие вот по девятке. Они укорененные уже, они по 150 рублей. А кассетки, вот сейчас они укоренятся, они по 70 рублей. Все, с вами была Белякова Алла. Пишите, звоните. Вот эти все листочки плохие. Видишь, они вот, видишь, плохие. Тоже надо удалять. Что с кустов, что с маленьких. Вот такое, такое оставлять. Давай маленькие положим. Обнимаю всех, целую. До встречи на моем канале. Ну что, вот этот надо, конечно, убирать. Руки все. Да, ну так жалко. Но он с, это, с усом, с цветом плохо укореняется. Вот, и сюда его, да, или туда. Все, пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. И будем с вами на связи. Подписывайтесь в мой телеграм-канал, в Вайбере, в Ватсапе, в Телеграме. Будем с вами вместе выращивать цветы, декоративные растения, клубнику, гортензии. У нас все есть. Вот, такой тоже можно укоренить. Вот так. Все, пока.